Южнокорейский гигант компания Samsung представила юбилейную флагманскую линейку 10-го поколения Galaxy. Это инновационный смартфон Galaxy S10. О том, как прошла презентация и чем удивил Samsung на этот раз, расскажет мой коллега Булат Мурсалим. Сан-Франциско в мировом туристическом центре Samsung Electronics представляет новую линейку смартфонов премиум-класса Galaxy S10. В чем преимущество уникальных устройств? Детально рассказывали топ-менеджеры компании. Преимущества новой линейки действительно впечатляют. Высокоточная лазерная обработка экрана, встроенный ультразвуковой сканер отпечатка пальца и новая технология Dynamic AMOLED, обеспечивающая комфортный просмотр. Камера с сверхширокоугольным объективом с углом съемки 123 градуса и первый в мире ультразвуковым сканером, который дает абсолютную безопасность данных. Это первый в мире ультразвуковой сканер отпечатка пальца. Чудо инженерной работы. Для того, чтобы использовать, надо приложить палец к экрану, затем сканер отправляет данные отпечатков пользователя прямо на телефон. И все это происходит мгновенно, работает в сложных погодных условиях. Абсолютная безопасность ваших данных, точно, быстро, и обмануть его не получится. Кроме этого, Galaxy S10e, S10 и S10 Plus теперь способны делиться зарядом с другими себе подобными устройствами. Обратная беспроводная зарядка без шнура распространяется и на часы Galaxy Watch Active, а также и на беспроводные наушники Galaxy Buds. Samsung обладает реверсивной зарядкой. Если вам нужно подзарядить телефон, то проведите пальцем сверху вниз и выберите PowerShare – беспроводную зарядку. Поворачивайте смартфон, и они могут сами заряжать другое устройство без проводов. Казахстанцы могут сделать предварительный заказ смартфонов с сегодняшнего дня и по 6 марта. Первые обладатели новинок, сделавшие предоплату в размере, указанном на официальном сайте, получат в подарок беспроводные наушники Galaxy Buds. А официальные продажи флагманов стартуют с 8 марта. В Казахстан привезут и лимитированную серию в количестве 1000 штук керамической версии Galaxy S10 Plus, которая будет доступна в цветах аквамарин, оникс, перламутр, черная керамика и белая керамика. Булат Мурсалим, Жанар Жолтаева, Данияр Жусупов, Информбюро, Сан-Франциско, США.